Искусство и жизнь, соприкасаясь, встречаются лицом к лицу, пытаясь осмыслить и разрешить конфликты сильные, жгучие, непримиримые. Мы приглашаем вас туда, где сквозь слезы и смех, взлеты и падения, мрак отчаяния и далекий свет надежды человек становится на ступеньку выше, чем в жизни. Мы приглашаем вас в радиотеатр. Радио России. 107.1 FM. Курск. Московское время 23 часа. Радио «Вести». Здравствуйте. Руслан Букатаев. Коротко о главных темах к этому часу. Французская полиция провела обыск в Страсбурге в связи с парижским терактом. Глава МВД Грузии встретился в Тбилиси с участниками акции протеста против действий полиции. И на матче чемпионата мира по футболу 2018 продано 89% билетов. Подробности далее. США пока не могут подтвердить, что за нападением прохожих в Париже стояла террористическая группировка ИГИЛ. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Разобраться в этом в ближайшие часы, добавил политик. Накануне прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что полиция выявила в нападении в Париже террористический след. Нападавший Хамзат Азимов, выходец из Чечни, ликвидирован. Жертвой атаки стал один человек, четверо ранены. Премьер-министр Грузии призвал участников акции в Тбилиси воздержаться от насилия и проявления.